Собственно, где-то отсюда мы и продолжаем. Да, и грейды дорогие, дорогие-то какие грейды. Да, там по 20 металла этого оцинкованного. 15-20, да. Жестко, жестко. Ну, короче, жду тебя на выходе. Всем хайку. Пойдем пробовать разбираться с боссами. Я предлагаю вначале попробовать пойти к бабе. С бабочкой. К деду идти не будем? А, ты имеешь в виду к мертвяку, к этому? К королю? Нет, к деду, который... Чего мы приспешника убили? А, ты на землю? Угу. Ты вообще... вроде сам предлагал. Да-да-да-да-да, все, ты прав. Но потом к бабочке. Потом к бабочке, да, и потом уже. Главное, осторожно, там скипай диалоги и потом. Угу. А то отдашь сердце. Не, я там не буду скипать. Просто как вот оно идет, так и пусть идет. Ого, да на тебе места живого нет. Был тяжелый бой? Надеюсь, тому парню тоже досталось. Был? Значит, Брабус. Что ж, никто не захочет пережить своих детей. Но Брабус сам выбрал свой путь. Если верить, что мир однажды тебя добьет, так и случится. Спасибо за правду. Это много для меня значит. Ну, что тут скажешь? Я думаю, это к лучшему. Умирают все. А так он встретит мамулю. Твою мать, моего сына убили. Ну да. Так что там нравится нынешней молодежи? Стало быть, знаешь командира Форд из блока 13, да? Она хороший лидер. Но ее семья... Корень убил ее отца, а мать умерла от какой-то инфекции или болезни 20 лет назад. И это еще не все. Ее дед... Старик Форд был героем-безумцем. Говорят, мог убить корня голыми руками. А бабуля? Слышал, после ее смерти старикан слетел с катушек. Ага. Есть вещи похуже смерти. Она наверняка еще жива. Уверен, у тебя есть дела поважнее, чем слушать старого мусорщика. Конечно. Ты знаешь Эйса и Леса? В безбашенности не уступают самой восьмерке. Слышал, они сейчас в блоке 13. Явно ненадолго. Эти двое никому не доверяют. Не пойми превратно. Они хорошие ребята. Помогут в беде. Еду добудут. Но дело не в этом. Могу поспорить, у них есть тайник, о котором в блоке не знает никто. Ладно, хватит, наверное, уже болтовни. Конечно. Это подсказка. Я ведь всегда держал ухо востро. Отстреливал этих тварей раньше, чем они досюда добирались. На подходе. Было несложно. Но кто бы мог подумать? Однажды они просто взяли и пропали. Перестали приходить. Не думал, что коряги способны сдаться. Наверняка
Все дело в том, что я убил 300 до завтрака. 300 до завтрака. Конечно, я не жалуюсь. Зато есть время почитать. Ладно, хватит, наверное, уже болтовни. Конечно. Мне было 10, когда мы пришли в Оазис. Мамуль там нравилось. Безопасно. Много еды. В общем, хорошо жилось. В детстве мамуля рассказывала мне о фильмах. Это такие старые коробки с историями. Но впервые фильм я увидел в Оазисе. Накрутят ленту на колеса, и бам! Люди ходят по стене. Безумнее я ничего в жизни не видел. Сейчас такие уже вряд ли где-то найдешь. Сколько времени? Хватит, наверное, истории? Конечно. Не знаю, знаешь или нет, но я готовлю отличное мясное рагу. Эх, во времена безумной восьмерки мы могли неделю жить на одном только этом рагу, и нас это устраивало. И сил от него становилось за 10. Вот помню, однажды было дело. И, кстати, я его как раз приготовил. Хочешь попробовать? Не бесплатно. Уверен, у тебя есть дела поважнее, чем слушать старого мусорщика. Ладно. Мамуля любила рассказывать о старом мире. Раньше здесь были США. От океана до океана. Здесь было много людей. Столько, что не сосчитать. Все они работали вместе, чтобы сделать мир лучше. Спорим, ты мне не веришь. Никто не верит, но докоряк, этот мир был самым настоящим раем. Спорим, ты мне не веришь? Никто не верит. Но докоряк, этот мир был самым настоящим раем. Ладно, хватит, наверное, уже болтовни. Ладно. Когда мы ушли из Оазиса, мне было 18. Вернулся из вылазки, а она ждет, мол... Пора. Причину так и не назвала. Я не стал спорить. Попрощался с восьмеркой. Но парни без боя нас не пустили. Я не мог это так оставить. Только не я. Так что я всех их победил. А потом уговорил уйти вместе одной большой семьей. Так мы и сделали. Ладно, хватит, наверное, уже болтовни. Ладно. Могу еще рассказать, если хочешь. Ладно. Могу еще рассказать, если хочешь. Все, что ли? А, конечно. Заглядывай. Ну, хрен с тобой. Все. Верти лед. Вертись вокруг вертилета. Ой, здорово. Гляди, это мой вертолет. К бабочке! К бабочке? К бабочке. Корус, бабочка, королева эльфов, ты понимаешь? Это не хухры-мухры, это эльфы. Эльфы. Не стрёмный эльф. Это синий почему-то. Это, сука, эльфы. Эльфы. Не, я где-то видел таких эльфов, только вот не могу никак вспомнить, где. А, ну так во Властелине колец, они тоже такие были там местами серые. По книге, по-моему. Типа, а некоторые синие, которые древние. А еще мне напомнили, а не знаешь больше кого, это если смотрел старый фильм «Машина времени», там, где чувак пронесся сквозь... будущее очень далеко. Искал приветствовать тебя. Не помню. Может, не смотрел. У тебя получилось. Искал наблюдал. Страж мертв.
Ты отдашь нам его сердце? Мы будем в вечном долгу. Нам тоже жаль, но мы не теряем надежды. Возвращайся к нам, если добудешь сердце. Тебя ждет щедрая награда. Задавай свои вопросы. Мы рады слышать это. Короче, смотри, суть в том, что... Возвращайся, лучик. Ей нельзя, ну, типа, с ней нельзя подраться, как я понял. Но мне кажется, если я отдам ей сердце, мы как раз с ней подерёмся. А вот в случае с королем, там просто надо не отдавать ему сердце и дать ему люлей. Мне кажется, если мы отдадим сердце, мы отдадим сердце. Да? Ну, типа, здесь просто нет варианта такого. Факт. Подраться? Да. Типа, она слишком добрая. Жаль. Нифига себе добрая. Всех эльфов в растения превратила. Ну, как бы да. Зато у нее есть рыцарь, который кидает молотки. Да. И кричат «За королеву!» Очень больно причем. А еще я хочу его убить. Погнали. Сердце у тебя? Вопросы, дитя. Не более чем попытка слабых отсрочить неизбежное. У нашего мира нет стражи, как у твоего. И ты лучше других знаешь, что Гуари может с ним сделать. Ну, с другой стороны, знаешь, что же такое? С появлением планеты шанс, что Гуари вернется, растет. Что? Короче, кто тебе из них больше понравился? Поможет воссоздать нашего стража. Однажды я уже спас этот мир с помощью священного огня. Второй такой раз мир не перенесет. Даже не знаю. Без стража все в этом мире. Наверное, даже бессмертный король мне больше нравится. Думаешь, ему сердце отдать? Если мы с ним драться не будем. Это просто невыносимо скучно. В плане, кто тебе типа не нравится. Ты нравится больше. Принести. Ну, мне король больше нравится. Но я ни то, ни то не хотел бы отдавать сердце, на самом деле. Ну... Спасивое дитя. Как ты надеешься победить бессмертного? Наверное, как и остальных. Маивыр. Маивыр. Нарушитель в нашем доме. Они идут! Ладно, надо мелочи чистить. Ну, мелочи чистить несложно. Их уже почти нет. Так, мелочи я, в принципе, зачистил. Но они продолжают выходить. Да. Он сейчас рукобашка пойдет. Он хорошо идет рукобашку. Я заметил. Он еще и уклоняется от моих стрел. Но пока больше никто не появляется. Но он перестал рукобашками танцевать по рейке. Я удобно за столбом лежу. Так, он косы взял опять. Так. Как тебя вообще уворачиваться? Да ну, рукопашку от него не знаю, просто только бегает, уворачиваться вообще нереально. Он к тебе идет. Да, и вправду.
Если она тебя прыгает, есть смысл только бежать. То, что перекатами ты типа себя замедляешь только. Еп, сколько там? 13, окей. И если бы так просто было. Ну, мало ли. Сердцу. Это просто. Спись. Ко мне! Наруши! Ко мне, мои выры. Заряжаю! Старусь. Турельки снес. Хорош. Из гробов появились. Добро это! Прикрой меня! Он прыгает. Это невозможно. Да не, он прям... Ну да, там только бежать надо. Там уклоняться и вообще бесполезно, как я понял. Если только в его сторону, кстати. Походу в его сторону надо, потому что по-другому нереально. Можешь с ним в этот раз ты поговорить? И сказать, что у нас нет сердца. Только аккуратней. Вот так, значит. Сердце у тебя. Это просто. Это просто. Спеси ко мне! Наруши! Берегись, они идут! Он поначалу недоступен, к сожалению. В смысле? В плане урона. Доступен. О, больно. О, гробики вышли. Да, а, меня со спины просто расстреляли. Просто беги. Споткнись об меня. Поди. Ты думал, что он подскользнется на твоей крови, что ли, или чё? Нет, обо мне. Я там лежал, он через меня переступил. Я думал, ну а вдруг? А вдруг бот споткнется, да? Да. Типа, вдруг ты физический объект. Ну а все ж возможно. Ладно, стой здесь, я поговорю с ним. На тебе истребление всякого дерьма. Мелкого. А на мне стражи и он. Сердце у тебя. Какие стражи? Ну вот эти вот его друзья. Ко мне! Так подожди, а кого мне тогда чистить? Наш... Его и мелких, а я буду стараться этих дебилов бить. Как вас много? Откуда вас столько? Так, ну, живи, я не знаю. А я не ожидал, что они прямо у меня появились. Это вообще какое-то читерство. Спустя несколько трайв. Может, все-таки отдадим ему сердце? Не, ну, конечно, черт жесткий.
Да пока жесткий только тем, что сложно. Так, а я знаешь, что сделаю? Я, наверное, нас тоник выпью. Давай по тонику бомбанем. На 60 минут, да? Сердце. Угу. Это список. Ко мне нарушить! Вали! Надо перезарядиться! Так, по-моему, грабы открылись. Да. Можно только не у меня, пожалуйста. Ай-яй-яй, больно. Ты там жив? Да. У меня проблема. Не хочу, не хочу, не хочу. Ты выжил. Стой на месте, стой на месте. Вот эта тварь-то неудержимая. Серия ударов из пяти, наверное, блин. Но он типа ничего не делает, сейчас турельки вызывает. Враги могут быть рядом. Турельки больны. Держись, слышишь? Боссы. Я не знаю, как, но я сейчас от него уклонился, от его этого удара. Почему? Ну мобы не вовремя-то как, а? Теперь мобы мешают. Опять косы. Кажется, у меня проблема. Ну там без вариантов. Ты не пробовал от него убегать, когда он так... Пробовал, все равно не получается. Он тебя достает вторым ударом. Надо держаться около колонн. Он за колоннами, типа, не это. Я вот от него уклонился через колонну. Серд, я удивлен. Я тебе говорил осторожно прокликивать. Но я у тебя в долгу. Ну и ладно. Что ж, я это исправлю. Но сперва... Знаешь, а ведь Акари не ошиблись. С твоим приходом началась эра восстановления. Я так долго ждал этого момента. Шанса вновь вдохнуть в этот мир жизнь. Ты долго спал и поддерживал меня. Другие забыли, но не я. И сегодня ты возродишься вместе. Мы построим великую цивилизацию. Настала новая эра. Дитя, тебе удалось. И я отплачу тебе. Мой мир спасен. Теперь ты можешь спасти свой. Или хотя бы умри с честью. Жизнь еще при тебе. С возвращением. Блин, обидно. Лоханулся. Что надо так лохануться? А, зато ключ от лабиринта дал. И кафе. Жизнь еще при тебе. Блин, вот обидно, что теперь с ним нельзя подраться. Милишное оружие дал. Жизнь еще при тебе. Ну, видимо, зато сейчас с бабой можно подраться. Ну, давай попробуем.
Нет, стой, стой. Зачем сюда-то? Нам туда же не надо. Разница, там все равно телепорт. А, ну пойдем. Блин, вот так лохануться, а? Второй раз уже за игру. С одним... Или ты про этих двух баб? Да. Ну... Первое, нам не повезло просто. То, что моб смог сам себя убить, а второе, ну... Просто здесь прокликал диалоги. Главное, сам сказал такой, смотри, осторожно, можно прокликать. Да. Кстати, предлагаю сюда вернуться, кое-куда сходить. После королевы. Ну, просто я думаю, королеве не понравится то, что мы отдали сердце ему, а не ей. Но он в любом случае симпатию у меня вызывал больше, нежели она. Да, согласен. Что она какая-то слишком двуличная, по-моему. Из двух говняков она более... Двуличная. Прокаточная. Искал приветствует тебя. Приветствуем, чужак. Задавай свои вопросы. Мы рады слышать. А, тут даже диалога нету теперь. Лол. То есть, по факту все равно. Ну да, типа. Такие типа, ой, ты не принес нам сердце? Ну ладно. Ну же, мы желаем говорить с тобой. Честно говоря, как-то даже обидно. Ну. Поехали обратно в первую локацию. В блок 13? Нет, здесь, на болоте. А, в зловещую пушку? По идее. Ну, допустим. А что ты там хотел? А, ключ. Да. А что, если ключ сюда подойдет, но, типа... Ну, ты понял. Типа, он же у нас только один, и мы таким образом залочим сюжет, например. Нет, сюжет мы точно не залочим. Он либо просто это одно из разветвлений, либо будет, либо он многоразовый ключ. Ну, тогда второй вариант, мне кажется, более логичным, типа, что он многоразовый. Ой, я оружие не поменял, ну ладно. Ого, их тут. Ау. Некуда класть. Некуда класть? Я возьму. Веди, у меня карта залочена. Да, веду. О, мадизаков. Но зато у нас теперь есть коса, которая вампирит. Да? Да. Можешь потом в милишках посмотреть. Так, ну... Судя по логике, сюда мы можем пробраться, и все-таки, мне кажется, ключ многоразовый. Давай. Да. Да. Теперь мы можем пройти во все выходы лабиринта, которые были закрыты, кроме красного. Кроме красного. А что там для красного надо было? Красные ворота. Другой ключ, я так понимаю. Здравствуйте. Так, это мы сверху.
Да, я помню еще один проход. И красный он портал. Но красный, как ты говоришь, недоступен. Или это и был красный? Ты главное не умирай. Я постараюсь. Так, ну желтый у нас вот там. Блин, так страшно, когда они исчезают. Прямо перед тобой. Куда же ведет последний? Вообще, чисто в теории, мы можем почитать. Так мы читали в прошлый раз. Ну, погнали. Давно это было. Вау. Лезь. Большой лес. Может... Жаба? Джунгли? Тропический лес или джунгли? Джаба? Джаба. Джаба? Джаба-джаба. Джаба-джаба. Там светильнички. Как тут? Я кого-то уже слышу. Кто это? Не знаю, но они злые. Олени какие-то. Ага. Чуть одни олени. Вазы можно ломать. Так. Я слышу что-то большое. Уже иду. Я вижу что-то большое. И оно летающее. Просто знаешь, что сделай? А. Смотри. Присмотрись вон туда. Перезарядка! О, гарпия какая-то. Я убил гарпия. По-моему, ты не убил гарпию. Нет, это вторая. Так, я понял. Стрелять здесь из арбалета дело такое. Ну, знаешь, с винтовки тоже, потому что у них маски. Ух ты, ты откуда? Ух ты, Дэс. А. Поехала. Сюда можно спуститься. Оцинкованное железо. Оцинкованное железо. О, не пугай меня. Ты меня просто на карте не отображался. Так, я просто дробовик типа с собой взял. А, ну так тоже можно. Многозарядный тем более. А, то есть серьезно, да? А, я понял. Я тебя немножко ненавижу. Да ладно тебе. Мы же нашли оцинкованное железо. Ну, немножко, я же не сказал, что сильно. Да, ключ, кстати, так и остался от лабиринта. Да куда он денется-то? Логично, что он нам тебе многоразовый дан. Мне просто интересно, куда его теперь еще можно запихать. На тебя там кто-то орёт уже. Три выстрела, чтобы добить. Это много или мало? Это многовато. Тробик, наверное, просто не прокачан. Мне надо оцинкованное железо. А там летуны, походу. А тут летуны.
Кстати, скорее всего, я предполагаю, что птички стреляют электрическим уроном. На который, если что, у нас минус резист. И который встречается впервые. Ты как-то каким-то чудом пропустил фолиант у себя под ногами. Каким-то чудом, ты же сам сказал. Нет, я понимаю, что это бесполезно, поэтому возьму все-таки обратно снайперку. Наверное, я сюда сначала. А, два патрона. Окей. Если можешь, то поворачивайся правильно. Ты о чем? Ну, не идти прямо, а поворачивать. Да. Обычно прямо, когда идешь, это путь линейный, сюжетный, я имею в виду. Ну да. Справа. Уже палач уже 16. Еще немножко и вкачаю же 20-ку. А у меня, сейчас скажу, у меня 15-й, по-моему. Да, у меня 15-й. Окей. Какая здесь поначалу локация запутанная. Некуда класть. Мне есть куда класть. Я патронов нету. О, патроны появились. О! Олени, козлы. Не знаю, кто это. Рогатые. Чё-то их много просто, до хрена. Большая локация, на самом деле. Ух ты. Красиво тут. Ты наверх посмотри. А что там? Ну, на вот эту вот. Нет, на саму. Там олень лежит. Погребенный. Ну, кого-то обокрали. О, не зря решил вернуться. Его... Да. Проморгали бы. Кольцо охотника. Опять? Что-то подобное. Нет. Было уже. Было с названием, похоже. Топ. А, это венец охотника. Стоп. Мы подбирали венец охотника, а это кольцо. Угу, и в чем разница? Повышает урон по уязвимым местам на 25% при попадании в уязвимое... Место цели с расстоянием более 15 метров. Это как сет этого. Сет охотника. Там тоже, типа, если твоя цель дальше, чем 15 метров, у тебя по уязвимым местам урон боль. Я слышу летуна. Я вижу летуна. Я вижу кучу мелких, которые бегут на меня. Я вижу одного мелкого, который... Я вижу два мелких. Я вижу очень много. Я их убил. Я их не убил. Я их убил. Наверное. Ну, я вроде убил. Я справа вижу летуна. Я тоже его видел. Ой, больно. Что? Ай. Боже правый. Так, пойдем вернемся назад. Давай. Там получилась теперь большая часть Локи, которую мы так и не исследовали справа. Вот исследуем тогда. Что логично. По-моему, кто-то бежит. Но в спине. Да. Они очень против огня, прям. Я думал, тут здесь все против огня. Смотри, Кошка, здесь конец. Контрольная точка. Дракона. Здесь контрольная точка, какая-то хрень есть даже. И запертая дверь. Запертая прям. Ну, скорее всего. Давай проверим. Может, погоди, без меня не проверяй.
А я не могу ее даже с ней взаимодействовать, кстати. Значит, точно заперто. Не, смотри, вот туда вот можно вниз еще спуститься. Давай. Что-то желтое просто видел. Лом? Угу. Железо цинкованное. Не взял одно. Сейчас подберем обратно. Я не думаю, что нам нужна эта контрольная точка. Почему? А, ну, смысл. Ну, в том плане, что чекать ее. Ну, окей. Типа сейчас мобы просто возродятся лишний раз, их убивать. Все равно это не крит, ты стебешься. Так, я вижу кого-то большого там. Большого? Угу. Ну я иду, в принципе. Да. Ой, что-то очень большое. Ты даже от него ворачиваться не стал. Ты так испугал? Я не успел просто. Могу в него блэкхол кинуть, но ты там рядом. Да, я тоже могу. Отходим, кину. Давай. 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 Я, пожалуй, пожертвую нами. Не хочу жертвоваться собой. Они все вышли из блэкхола. Они хорошо горят. Не зеваем. Враги. Они просто прямо вышли из блэкхола. Все кончено? Все. Они такие, нам это не почем. Такая черная дыра. Не на того напали. А патроны-то из них я тебе не скажу, что падают. Есть такое. У меня два красных патрона осталось. Ну, у меня еще с боссов бабочек осталось 10 пачек патронов. А когда мы решили запастись патронами-то? Да. Ну, это да. Все, что ты можешь! Спасибо, что оставил. Да не за что. Я думаю, мне закончатся сейчас все патроны. Направо надо потом пройтись. Да, стоп. Сначала тут. Так нелогичнее сначала то, что возвращает изучить. Давай, кто кого в рукопашку? Я сильней. Лох. Я тоже оказался сильнее них. Что-то прям гудит. Кристалл. Слышишь? Вот он. Окей, гуди себе. Оцинкованная. Как же тут много хорошего железа, которым они не пользуются. Да. А, ты ее все-таки сломал. Ты ее сломать не мог? Нет, я по ней топором не попадал. Поздравляйте. Благодарю. Неужто там проход? О боже мой. Я, получается, прокакал коробку. Ну ладно. В смысле? Ну я думал, это не вся локация. А в смысле ты прокакал коробку? Я ее заюзал, а там сейчас, наверное, как будет контрольная точка. Ага, в этом плане. Да. Один патрон потратил. Класс. Ну ладно, еще куплю. Лома много. Типа они две сотни всего стоят. Такие, знаешь, богатые до хрена, да? Всего две сотни стоят. У тебя сколько сейчас денег? 22, по-моему. Чё глянем? Последний раз, когда смотрел, было 22. Сейчас, наверное, день 25. 26. 22. А
точку не хочешь? У тебя патронами нормально? Да, у меня фул. Эй, все равно сядем. Хилки восстановятся. Мне кажется, там кто-то с кем-то того этого. Делился? Так, пожалуй, возьму-ка я, кстати, все-таки свой арбалет. Давай, я тебя жду. Только молчим тогда. Тут есть... Есть друзья, есть враги. Ого, 700 урон. Я слышу элит. А я ее вижу. Можно я начну попадать? Спасибо. Друже. О, у нее двойной урон, прикольно. Какой ты злой дядька! Меня убили. Неправда, меня убили первее. Но я умер пафосно, встал на колени и такой бам-бам-бам-бам. Меня ладно. Что будет дальше, ребят, вы узнаете в следующей серии. Всем пока. Слюка.